На первом заседании Совета депутатов Октябрьского района второго созыва присутствовали 22 из 25 избранных. Трое отсутствовали по уважительной причине. Кворум был и решения по всем вопросам приняты. Одно из первых – избрание председателя Совета. По итогам голосования им стал Виталий Асабин. Его заместителями избраны Андрей Белоусов и Дмитрий Асеев. Главной своей задачей спикер видит объединение усилий всех депутатов для конструктивной работы. В первую очередь, наверное, консолидировать работу абсолютно всех депутатов, невзирая на принадлежность к той или иной фракции, к той или иной партии, и нацеленность на общие цели и задачи. Я еще раз говорю, мы шли на выборы с какими-то предложениями, с какими-то задачами и с какими-то обещаниями у себя в округах. Вот здесь, наверное, и основная задача сейчас приступить к реализации. Районное собрание депутатов распределило места в комитетах и утвердило их председателей. Кроме того, сегодня избраны представители, которые будут работать в городской думе. Это Алексей Дегтев, Денис Купцов, Наталья Сычева и Сергей Печкуров. Сегодня очень насыщенная повестка была, 13 вопросов, начиная от выборов нового председателя, председателей комитетов и делегирования в состав городской думы наших представителей. Очень положительные впечатления. Сегодня же представительное собрание Октябрьского района объявило о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы районной администрации и утвердило состав конкурсной комиссии. Олег Зверев, Николай Сидоров, «События».